О пользе различных травяных напитков люди знают уже несколько тысячелетий, и в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, успокоиться вечером или взбодриться утром, повысить давление или убрать симптомы гипертонии, нужно правильно выбирать травы. В этом видео я расскажу вам про уникальное средство, которое поможет очистить сосуды, укрепить нервную систему и поможет вам сделать свой иммунитет очень надежным защитником всего организма. Простой отвар из зверобоя и мяты по вечерам будет чрезвычайно полезен практически всем. Берем 1 чайную ложку перечной мяты, чайную ложку травы зверобоя, заливаем кипятком, настаиваем и употребляем по вечерам перед сном. Зверобой улучшит тонус организма, мобилизирует его защитные силы, защитит слизистые оболочки рта и десен от инфекционных заболеваний, а также увеличит эластичность сосудов, выведет плохой холестерин и нормализует работу сердца. Зверобой очень полезен в период простуды и гриппа, повышает восприимчивость кожи к солнечным лучам и помогает лучше усваивать витамин D зимой. А мяту очень ценят женщины, поскольку она успокаивает, нормализует давление в организме, помогает снять стресс и восстанавливает гормональный фон. Чай с мятой очень полезен при болезнях желудка, нервных расстройствах, при гастрите, повышенной выработки желудочного сока и рефлюкс-эзофагите. Я рекомендую заваривать такой чай ежедневно в течение 2 недель, после чего сделать перерыв на 2 недели и повторить курс. А уже после первого курса вы поймете, что сердце работает как часы, дышать стало легче, а энергии гораздо больше, чем было до этого.